начальник декомиссии. Вы знаете, что ваши андроиды неисправны? Вся группа, которой была поручена инвентаризация нижней жилой зоны, ни с того ни с сего прекратила работу. Они хором начали верещать что-то про необходимость противодействия угрозе. Попытались ворваться ко мне в кабину, а потом просто развернулись и ушли. Да, все уже в курсе, что я вообще не люблю работать с вашими лысыми болванами. Но на этот раз дело не только в моем личном к ним отношении. Завтра я встречусь со Спедингом и все ему выскажу. Рикардо, кабель отключен. Я глянул схему. Ты могла бы пролезть через шахту турбинного вентилятора. Там где-то рядом аварийный рубильник. Только даже он выключит их ненадолго, так что лезть надо быстро. Включила вентиляторы. Вроде можно лезть. Ты только давай скорее, пока система не перезагрузилась. Подготовка к перезагрузке. Здорово. Ну, держи за меня кулаки. Ладно. Только ты осторожней, там внизу может быть много андроидов. Сэмюэльс пожертвовал собой, чтобы я сюда добралась. Я должна попытаться. Для андроида он был неплохим дядькой. Это точно. Рикардо, главный вход закрыт. Что мне делать? Я тебя не слышу, Рипли. Сигнал слабый. Рикардо? Вот ведь. Рикардо, если ты слышишь, найди другой способ выйти на связь. У меня что-то с наушником. Что-то невероятное. Нашлись желающие приобрести Севастополь. Станцию уже готовились демонтировать, и вдруг такой поворот.
Сколько было сделано презентаций, сколько проведено экскурсий, и вот как выяснилось, не зря. Переговоры вовсе не зашли в тупик. Кто-то в головном офисе просто щелкнул пальцами, и все сразу сложилось. Только что пришло подтверждение. Аполло получает пакет новых операционных правил. Только никому не говори, пока новость не сообщат акционерам. Вот это поворот, а? Кластер левого полушария активен. Кластер правого полушария активен. Thank you.
Так, если я это подключу, то наверняка доберусь до баз безопасности Аполло. Прибывает экранация представителей компании. Надо посмотреть. Кластер левого полушария активен. Кластер правого полушария активен. Если я это подключу, то наверняка доберусь до баз безопасности Аполло.
Через 2 дня после нашего вылета? Серьезно? Сволочи! Существа на станции нет! Рикардо, слышишь? Слышу. Ну какие новости? Аполло действует по протоколам Вейланд-Ютани. Что-что? Сиксон продался. Аполло не снижает уровень угрозы. Якобы какие-то проблемы с реактором. Но ты же из Вейланд-Ютани. Прикажи ему заткнуться и делать, что говорят. К сожалению, я мелкая сушка. Так же, как Сэмюэльс или Тейлор. Если бы мы что-то значили, Аполло не стал бы торопиться нас убивать. Санкционированные проникновения на нижнем уровне ядра реактора. Нарушение реестра. Thank you.
арестуют, так что я нашел себе в помощь людей. Один из них пошел в цех и пропал. Мы проверяли, там никого нет. Выйти оттуда было некуда, разве что через вентиляцию. Но он бы не пролез. Мы не знаем, что делать. Вроде работать нельзя, все-таки человек пропал. А где искать, непонятно. Закончу эту смену, сообщу Уэйтсу. Покиньте помещение. Технические работы запрещены. Да.
Анастасия. Не бегите. Представителей компании. Просим обратиться к ближайшему андроиду. Thank you.
настоящий момент мы вынуждены усилить меры безопасности. Что тут не так? Пойдемте со мной. Ты видел этот реактор? Да как-то не случалось. Я проходила обучение на таком, как будто в прошлой жизни. Начальник декомиссии. Я видел это. Оно шло по коридору. Вот так, запросто. Я спрятался, а когда выглянул, существо исчезло. Наверное, ушло через какую-то дыру в полу или в потолке. Севастополь — это настоящий лабиринт. Оно может где угодно прятаться. Наверное, это существо и ловит службу безопасности. Но почему это скрыли от меня?
реактора. Что-нибудь видишь? Ничего особенного. Андроиды, какие-то системы управления. Вроде все идет своим чередом. Попробуй спуститься ниже. Там где-то должен быть лифт. Господи. Рикардо, они все здесь. Кто? Все пропавшие. Вообще все. Тут что-то вроде гнезда. Яйца этой твари. Тут инкубатор. Черт. Уходи оттуда. Скорее. Надо подвести электричество отсюда к платформе.
Связь пропадает. Плохо дело. Thank you.
Thank you.
Я могу уничтожить гнездо. Слушай, может, на сегодня тебе хватит риска? Включу все ядра, перегружу их и включу продувку реактора. Тогда внутри все превратится в пепел. Я не пытаюсь тебя отговорить, просто не хочу, чтобы ты сама погибла. Вот что я сделаю. Тут есть механизм аварийного сброса и слишков энергии. В каждой башне есть блоки конденсаторов. Они эту энергию принимают. Если я их отсоединю и включу продувку системы, гнездо превратится в пепел. Я вообще не понял, что ты сказала. Короче, держись за что-нибудь. Thank you.
пострадал. Всем андроидам и человеческому персоналу уйти из зоны риска. Рикардо, сейчас я спалю гнездо. Держись! На станции еще остались твари. Черт. Прости, Рикардо. Ты только возвращайся скорее в штаб, ладно? Пожалуйста. Погоди-ка, Рипли, тут что-то странное. Да? Беги в госпиталь, скорее! После того, что ты сделала с реактором, все системы на станции начали перезагружаться. Освещение, транзитная линия, возможно, даже связь. Короче, это наш шанс. Беги быстро. Времени у нас мало. Я спускаюсь с Сиксом Телеком.